обращайте внимание. Так. Так, надо разобраться. Алло, прием, прием. Так. Как же мне? Людь пригласить, так. Сюда. Ох. Вот, в принципе. Так, 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 файл. Создать. Создаем файл. Само собой. Сейчас. Открой. Формат А4 нас просили. Печать 5 А4. Создаем формат А4. Фото. Белый фон. Фон белый у нас пока что. Так, создается наш класс. Здесь вам меня видно. Будем надеяться. Не видно. А. Меня видите, а я вас вижу. Сейчас у меня еще такой маленький. Будет какую-то музычку послушать. Даже, блин. Так, давайте сейчас этот потом. Так, берем. Это так. Так. Это так, делим, наверное, как-то вот так. Два, три, четыре, пять, шесть. Да, давайте, наверное, 6 вот, сделали мы. Так, теперь откроем файл. Открыть, ищем то, что нам понадобится. Понадобятся нам, конечно, фотографии.
Можно еще. Откроется. Давай, давай, давай. Открывайся. В принципе, это вариант тоже. Ну, давай, давай. Сейчас проверим, что там. Никого не записывает. Уж мне интересно. Вот у меня есть видео, это снимал я в пятницу, но увы не получилось его закинуть, он не хочет приниматься в Sony Vegas. Если кто-то знает, можете написать в комментариях под этим видео, что же такое может быть. Эту фотографию сделаем. А и кому? Смотрите. Я теперь расскажу все, что я хотел сказать в том видео конкретно. Извиняюсь за качество. Веб-камеру я себе получше пока еще не купил. Что ноут я недавно только приобрел. Вебку я еще не покупал. Сейчас должен в апреле или к маю купить вебку. И сейчас. Давай. Зажимаем shift. И переносим на свой коллаж. Так. О. Почти готово. Это у нас. Так, хорошо. Так, у нас записываем. Чуть-чуть увеличить. Так. Бикубически ставим на четче. Нет, можно подвинуть. И теперь Ctrl плюс мы просматриваем то, что у нас тут получилось. Так. Довольно-таки хорошо получилось. Готов. Убрать, оставить. Теперь делаем еще одну такую же самую. И под каждой тоже мы делаем вот такие вот маленькие штучки. Это чтобы разделять. Так. И теперь убираем, и все у нас все есть, но лучше, наверное, оставить, чтобы было четко видно, где что. Теперь мы выбираем это выделение.
Надо конкретно выделить этот кусочек. Нажимаем ищем следующую. Теперь мы нажимаем этот. Делаем так. Оп. Темные вроде есть. Кто? Выделение мы отменяем. И делаем так же со всеми. Проделываем. И вот так. Теперь выделение отменяем. Есть. Теперь мы опять нажимаем файл, мы открываем, смотрим еще одну фотографию. Смотрите внимательно, чтобы как бы фотографии, если делаете коллажи, я так считаю, я так думаю, что должны немного быть похожи. И пытаемся. Вот такой вот кадр эстетичный. Электростанции делал. Сейчас посмотрим размеры. Фон нажимаем два раза правой или вот так. И отменяем или вот. Так или так. Нажимаем сюда, зажимаем Shift, не понял, выделяем, зажимаем и переносим наш коллажик. Это перебор, поэтому она трансформация, сильно большой, Ctrl-минус, зажимаем Shift и уменьшаем до определенного размера. Пока не будет 100%, как нам надо. У меня вот всегда вот стоит вот специальная вещь, называется граница. Никогда с ней удобно, и никогда я мимо не сделаю. Теперь Ctrl плюс, увеличиваем, смотрим результат. Так, есть. Ctrl-минус. Возвращаем. Так, это мы открывали. Можно закрыть. Не сохраняем. DSI. Не сохраняем. Опять следующее. Следующий нам примерно надо земля, чтобы было. Или небо. Выбираем вот такой вот. Типа классный коллаж получится. Вот такой вот я фотографию делал. Сам фотографировал не в интернете, я ее не брал. Можете не искать. В интернете ее нет. Так. Опять-таки у нас та же самая проблема. Мы редактировать. Свободная трансформация. Зажимаем Shift и опять делаем то же самое. Самое главное, смотрите внимательно, куда ее поставить.
практически тетям, девочкам. Перспектива. И когда идет перспектива, нет же. Главное не отпускать shift. Теперь Ctrl плюс. Смотрим. Красиво. Не до конца, но почти идеально. Теперь опять немного мы скосили. Но это не страшно. Это легко исправляется. Подправить можно. Так, и смотрим внимательно. Если еще где-то есть скошенный, то не спешите сохранять. Вот, теперь идеально. А, так, смотрим. Все идеально у нас. Ну, более-менее. Если хотите, чтобы прямо уже все было в коллаже, то лучше делать вот так. Вот. И делаем новую. Создаем. Делаем выделение. Нажимаем это и... И на самый верх слой 6. Выделение мы отменяем. И все, готово. Нужно было бы так же самое и здесь сделать, но я считаю, что нет смысла. Делать везде, но тогда не будет руки видно. Это не подходит мне. Видите? Не подходит. Поэтому... Заранее просто смотрите, что тут. Да, смотрите, это тоже. Так. О. Есть у нас асфальт. Теперь мы смотрим, куда мы его можем засунуть. Подумать. А еще лучше коллажа А4 не делать, потому что по крайней мере по той причине, что опять уменьшаем, редактировать свободно, это трансформация. Я много раз буду повторяться, поэтому просто смотрите и повторяйте. Все у вас получится. Сто процентов. Четче. Опять-таки. И отпускаем перспективу. Теперь Ctrl плюс. Плюс, Ctrl плюс, Ctrl плюс, Ctrl плюс. И просматриваем. Четко. Четко. Четко, четко. Все у нас четко. И еще парочку осталось. Но вот такой вот момент. Вот мне там делать 7 штук. Тут немного сложнее. Если делать 7, то надо какой-то наложить эффект экрана, или чтобы фотографии соответствовали одному ритму. То есть, давайте еще 2 у нас осталось. Все. Так, тут у нас улица, правильно, улица и стена соответствует стене. Что же нам дальше? Нам надо
Нам надо какой-нибудь еще один объект. Вот у нас и дом, и солнце. Тоже будет прекрасно. А потом асфальт и асфальт без машины. Во. Четкий будет коллаж. Все зависит, что вы из коллажа делаете. Коллаж в разброс, то есть семейный или просто коллаж, чтобы несколько фотографий красивых было у вас в коллаже. Или же делайте опять такие. Уменьшаем. Редактировать. Вот эта трансформация. Опять делаем, догоняем подраз. Уменьшаем, приходится, потому что фотография, вот, к примеру, вот это и вот это делалось в одном расширении. Этот почти тоже, но вот так как она квадрат, идет она как портретная, это идет вот так, то получается, что теперь Ctrl плюс и опять увеличиваем, смотрим. Не все так идеально с первого раза, да, делаем, было идеально. Опять-таки четче ставим и нажимаем галочку. Сейчас будет опять перспектива, перспективы не будет, и нажимаем плюс, просматриваем, идеально. И следующий мы, наверное, сделаем вот такую вот вещь. Просто напишем. Четыре. Ну, как-то так. Будем смотреть, пытаться, что у нас тут, что у нас да получится. Так, теперь мы его делаем четко. Первого мы растрировать будем. Можно превратить его в кривое, можно его растрировать. Тут вариантов 23 на 4 мы растрировали, а это мы создать, преобразовать в кривые. Ой, не то. Растрировать. То и то. Так, теперь мы нажимаем плюсик. И у нас как бы все как по нотам нужно. Так, нажимаем плюс. Теперь мы выбираем просмотр и нажимаем размер. Так, размер при печати. О, немного у нас
Вот. В принципе, готово. Итак, поставим палец вверх. С вами был канал MD519. Имя на баннере. Завтра вторник, и будет прямая трансляция по онлайн-играм. И просматривать ваши каналы, кто по ссылочке напишет «я подписался» или «давай я подпишусь, а ты на меня». То есть сразу понимайте, что без отписки, потому что с отпиской и не скрывайте канал, чтобы я мог увидеть. Ну, в принципе, все. Всем пока, удачи, до новых встреч. С вами был канал MD519 Studio. Увидимся на видео. На видеожиле.